Ну и теперь о спорте. Победную шайбу ульяновские хоккеисты забили на сочинском льду спортивного комплекса «Шайба». Региональный клуб адаптивного хоккея «Симба» стал призером всероссийского турнира «Хоккей Family Fest» в дивизионе «Хоккей для незрячих». Ульяновские шайбисты одержали победу над командой из Ижевска со счетом 4-2. Соперники были интересные, очень была интересная игра. К тому же она проходила на большом олимпийском стадионе, большими трибунами, красивым цветом, хорошим качественным льдом. Соперник дал нам понервничать, мы два раза отыгрывались. Соперник выходил на одну шайбу вперед, но все же у нас получилось выиграть. Ребята просто выложились, работали концовку, сработали те тренировки, которые мы им давали в Ульяновске. И получилась хорошая битва, показали хороший качественный хоккей. Стоит отметить, что это второй серьезный турнир на счету ледовой дружины. Лишь 2 года назад эти мальчишки встали на лед и взяли в руки клюшки. Год назад впервые вступили в ледовую битву на чемпионате в Сочи. И вот в 2022 у них серебро.